Покачах продолжается строительство нового дома, которому присвоен адрес Харьковская, 7. В настоящее время заканчивается возведение несущих стен первого этажа, которые состоят из блоков. Всего проектной документации предусмотрено 3 жилых этажа и подвал. Кровля по проекту будет плоская, с внутренним водостоком. Напомним, в прошлом году здесь вырыли котлован и забили сваи. С наступлением теплого сезона работы возобновились. Дом будет состоять из 4 секций, 3-этажный. Предусмотрено 56 квартир. Это однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Жилье предполагается выделить очередникам, которых на сегодняшний день в Покачах более 200. Одна квартира будет оборудована для проживания инвалида. На первом этаже предусмотрена квартира для маломобильного гражданина города Покачи. Предусмотрены более широкие дверные проемы и заниженные порожки. На стройку завезены необходимые материалы, работает техника. Согласно паспорту объекта, окончание строительства – 4-й квартал 2024 года.